Ну, вроде бы включилось, да? Боже, милости угоди не грешному. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчисла я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Достойно есть, окова истину, блажите Тебе, Богородицу, пресвобоженную, пренепорочную, Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшего, истину Серафим, без исления Бога, Слово, рожившую и сущую, Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благослови. Воскресы из мертвых, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради пречистой Твоей, Матери, силы честного же творящего креста, святых ангелов наших хранителей, и всех ради святых помилуй и спаси нас. Яко благи сии человека любят сами. Боже, милости угодь мне грешному, создав имя Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Сегодня суббота, и в субботу вот только два поклона, еще один будет земной, остальные поясные. Идет Великий пост, 4 недели. На этой неделе будет самое длинное богослужение в четверг вечером. Полный канон Андрея Крицкого. За раз считается. Так, чтобы знали. Кто не ходил никогда, сходите обязательно в церковь. Что интересно, разрешение какое дается. Раз много земных поклонов, а там около 500 поклонов земных, то в пятницу разрешается растительное масло, кто ходил в церковь. В одном доме даже разделение. Вот когда задумаешься и думаешь, это работал кто-то над этим, проповеди нет, но через это как-то, через желудок очень много пытались достичь, а всего ничего. Но мы соблюдаем это, нам это не помешает. Вот. О посте. Посчитаем, сколько есть данные. Пост в собственном значении означает воздержание в пище, в питье и в удовольствиях. Иногда воздержание выражается в совершенном неедении, в продолжении одного или нескольких дней. Чаще же всего в неедении мясной и молочной, так называемой скоромной пищи. Скоромной, молочной. С этой точки зрения на языке медицины пост может быть назван периодом диеты. Необходимость воздержания в пище, в обуздании чрева, вытекает из самого устройства человека, имеющего кроме тела бессмертную душу. Из-за греховной испорченности человеческой природы нарушена гармония между человеческим телом и душой, в результате чего греховные желания тела большей частью берут верх, а иногда и совсем подавляют в человеке все добрые порывы его души. Человек превращается в раба своих гнусных страстей. И таким образом становится хуже животного. Обуздать насилие своей физической природы, дать раскрыться и окрепнуть возвышенным стремлением души, возможно только с помощью поста. Вот почему церковь придает посту такое большое значение и утверждает, что без поста невозможна христианская жизнь. Без поста невозможна христианская жизнь. Как Феофан Затворник говорит, иные полагают, что мы и так тело обуздаем без поста. Он говорит, пока никому это не удавалось. Никому. Воздержание в пище своего рода пост был заповеден уже в раю, заповедан Адаму и Еве, когда они еще находились в безгрешном состоянии. Бытие 2.17.
через запрещение вкушать плоды дерева, познания добра и зла. Тем более пост стал необходимостью после их грехопадения. И поэтому на протяжении всей истории мы видим, как праведные люди строго постились в разные периоды своей жизни. Моисей и Илия в течение 40 дней не пили и не ели. Исход 34:28, 3 Царств 10:9. Давид говорит: «Я во время болезни их одевался во вретище, изнурял постом душу мою, и молитва моя возвращалась в недра мое». Псалом 34:13, 108:24, Даниил 10 глава, Иоанн Креститель, Анна, постились, Лука 2:37. Сам Иисус Христос в течение 40 дней, чтобы приготовить себя к делу спасения мира, постились и все его ученики. Тогда они, совершив пост и молитву, и возложив на них руки, отпустили их. Деяние 13:3. Рукоположив же им пресвитеров каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в которого уверовали. Помолились с постом. Деяние 14:23. Апостол Павел пишет о себе: «В труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе». 2 Коринфянам 11:27. Христос предсказал о том, что его ученики будут поститься. Они же сказали ему: «Почему ученики Иоанна постятся часто и молитвы творят, так же и фарисейские, а твои едят и пьют?» Он сказал им: «Можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, тогда будут поститься в те дни». Лука 5:33-35. Поэтому с апостольских времен вошло в обычай поститься по средам, когда Иуда предал Христа, и по пятницам, когда Господь Иисус Христос был распят и умер на кресте. По этой же причине Великий пост приурочен Церковью к дням, предваряющим Страстную неделю. Бесы, это демоны, изгоняются только молитвой и постом. Матфея 17:21. Бесы большей частью действуют через нашу плотскую природу, возбуждая в ней беспорядочные страсти, чем толкают нас на всевозможные грехи и таким образом берут контроль над нашей волей. Чтобы освободиться от их влияния, необходимо воздержанием ослаблять плоть и укреплять дух. Конечно, надо поститься ради исправления себя, а не ради людской похвалы, как сказано: «А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Матфея 6:17-18. Первая цифра 6, глава, потом двоеточие ставится, 17-18. Это стихи. Преемники апостолов, святые отцы и учителя церковные внушали христианам поститься в Великий пост. Поститься! «Четыре десятницы не пренебрегайте», пишет святой Игнатий Богоносец. Она составляет подражание жительству Христа. А Игнатий Богоносец, так предание сохранил, это тот младенец, которого Христос брал на колени и говорил: «И таковых есть Царство Небесное». Потом он будет епископом Антиохии, будет арестован, отправлен в Рим, и там его на арене сидят львы. Повторяю, что он говорил об этом, что необходимо поститься. «Четыре десятницы не пренебрегайте». Это апостольское 69-е правило. Сектанты
ну, там, протестанты, ну, разные еретики, они не верят в это. Да, в Библии не написано, не написано. Но путь церкви не закончился в первом веке. Дух Святой ведет дальше. Это апостольский муж. Мы постимся с 4 десятницу по преданию апостольскому, говорит блаженный Иероним. В 420 году умер. Чем более дней поста, тем лучше лечение. Чем продолжительное поприще воздержания, тем обильнее приобретение спасения. Блаженный Августин. Польза поста, пользу не ограничивая одним воздержанием в еде, потому что истинный пост есть устранение от злых дел. Разрешай всякий союз неправды. Разрешай, то есть расторгни. Прости ближнему оскорбления, прости ему долги. Ты не ешь мясо, но обижаешь брата. Будем поститься постом, благоугодным Богу. Истинный пост есть удаление зла, воздержание языка, подавление в себе гнева, отлучение похотей, злословия, лжи и клятва преступления. Воздержание от всего есть истинный пост, говорит Василий Великий. Как через невоздержание наших прародителей мы пали и лишились райского блаженства, так через добровольно принимаемый на себя подвиг поста мы можем возвратить себе потерянное райское блаженство. Испорченная, слабая, сластолюбивая воля влечет к ложному выбору пути. В пост особенно необходимо стараться истребить свою волю. Вот как он говорит об этом. Ну, на этом достаточно пока. В следующий раз продолжим дальше. За молитву святых Отец нашей, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради, Боже, очисти меня грешного, яко не корижу благое сотвори пред Тобою, но избави меня от лукавой, да будет мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойны, восхвалю имя Твое, Святое Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Царю Небесный, Утешителю души истинной, иже везде сы, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю, прийди и вселись овны, и очистины от всяких скверны, и спаси блажи души наши. Святый Божий, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, силы и слава во веки. Аминь. Восставши от сна, припадаемте блаже, ангельскую песнь вопиемте сильный, свят, свят, святости Божия, Богородицу и помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, отодрая сна, воздвигни, если Господи, умы, просвети сердце, снимай и отверзи, воеже петите, Святая Троица, свят, свят, святости Божия, Богородицу и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приедет, и ко его же деяния обнажатся,
Но страхом зовем полунощи. Свят, свят, святости Божия, Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Сна восстав, благодарю Тебя, Всесвятая Троица, ко мне герой Твоя благость и долготерпение. Не прогневался на меня ленивый и грешный, не погубил меня с беззаконием моими, но человеколюбствовал, если я обычный, и вещание, лежащего, воздвигал меня, если воеже утренните, словословите державу Твою, на ней, Владыка, просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста, поучайтесь со словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте себя во исповедание сердечное, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веку. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся Христу, Цареве и Богу нашему. Придите, поклонимся и припадем к самому Господу Иисусу Христу, Цареве и Богу нашему. Сорок девятый псалом. Бог богов, Господь возглаголом и призывает землю от восхода солнца до запада. Сего, на которой есть верх красоты, является Бог. Грядет Бог наш, и не безмолвие, перед Ним огонь поедающий, и вокруг Его сильная буря. Он призывает свыше неба и землю судить народ свой. Соберите ко мне святых моих, вступивших в завет со мной при жертве. И небеса провозгласят правду его, ибо судья все есть Бог. Слушай, народ мой, я буду говорить, Израиль, я буду свидетельствовать против тебя, я Бог, твой Бог. Не за жертвы твои я буду укорять тебя, все сожжения твои всегда передо мною. Не примут льца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих. Ибо мои все звери в лесу, и скот на тысяче гор. Знаю всех птиц на горах, и животные на полях передо мною. Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее. Ем ли я мясо волов, и пью ли кровь козлов? Принеси в жертву Богу хвалу, и воздай Всевышнему обеты твои. И призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Грешнику же говорит Бог, что ты пропоешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя. Когда видишь вора, сходишься с ним и с прелюбодеями сообщаешься. Уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои. Уразумейте это, забывающие Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, того я явлю спасение Божие. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. Ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда передо мною. Тебе единому согрешил я, и лукаво перед очами Твоими сделал. Так что Ты праведен в приговоре Твоем, и чист в суде Твоем. Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила мне мать моя. Вот ты возлюбил истину в сердце, и внутри меня явил мне мудрость. Окропи меня иссопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобой сокрушенные. Отврати лицо твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже,
и Дух правый обнови внутри меня. Не отверни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от крови Божия, Божие спасение моего, и язык мой восхвалит правду Твою. Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою. Ибо жертву Ты не желаешь, я дал бы ее, всесожжению не благоволишь. Жертву Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже. Облагодетельствуй по благоволению Твоим всего, воздвигни стены Иерусалима. Тогда благоугодны будут те жертвы правды, возношение всесожжения, тогда возложат на алтарь Твой тельцов. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостивый и всемилостив Бог мой, и Господь Иисус Христос, по Своей много любви сошел на землю и воплотился, чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, спаси меня благодатью Твоею, молю Тебя. Ибо если по делам спасешь меня, то это не будет благодатью и даром, но более делом. Ей многие щедротах и неизреченной милости. Ибо Ты сказал, что верующий меня жив будет и не увидит смерти вовеки. Итак, если вера в Тебя спасает отчаявшихся, то верую, спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, потому что совершенно не найти дел оправдывающих меня. Но эта вера да будет прежде всего, да ответит за меня, да оправдает меня, да и от причастника славы Твоей вечной, и да не похитит меня сатана и не похвалится. Слово, что отворот меня от Твоих рук и ограды, ну или хочу, спаси меня, или не хочу. Христос мой Спаситель, поспеши скорее, скорее, погиб я, ибо Ты Бог мой, а чрев матери моей. Сподобь меня, Господи, возлюбить Тебя теперь так же, как возлюбил я когда свой тайный грех, и чтобы снова потрудиться для Тебя, без лени, усердно, как прежде потрудился сатане прещающему. Особенно же, потружусь для Тебя Господа и Бога моего Иисуса Христа во все дни жизни, ныне всегда, в веки веков. Аминь. Аминь. Святой ангел, поставь мне хранить мою бедную душу, несчастную жизнь. Не оставь меня грешного, и не отступи от меня за невоздержание мое. Не дай возможности злому демону подчинить меня в себе преобладание этого смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся руку мою, и выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель и покровитель бедной души и тела, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни. Если я чем согрешил прошедшую ночь, защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и сделал меня рабом, достойной своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица, моя Богородица, своими святыми и всесильными молитвами отгони от меня смиренного несчастного раба Твоего уныние, забвение, неразумие, нерадение. Удали все скверные, лукавые и хульные помыслы из языка моего сердца и помраченного ума моего, и погаси пламя моих страстей, ибо я, Бог, несчастен.
Избавь меня от многих пагубных воспоминаний и помыслов, и освободи меня от всяких злодеяний. Ибо Тебя благословляет сироды, и пречистое имя Твое славится во веки вечные. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий Владимир, Надежда, ибо мы усердно к вам прибегаем, скорым помощником, молитвенником о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, обрадована Мария, Господь с тобою, благословена ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко родила Иси Христа Спаса, Избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила, честного же творящего креста Господня, не оставь нас грешных, уповающих на тебя. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа на сопротивные дары Твои, сохраняя крестом Твоим жительством. Спаси, Господи, помилуй отца моего духовного, родителей, сродника, благодетеля, митрополита Илариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агапангела, Диамида, Тихона, Антония, священный Рея, Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амвросия, Вадима, Зосима, Алипия, Андрея, Максима, Владимира, диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Диодора и весь священнический, иноческий чин, и высшие истинные служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам дальше священника, если угодно тебе. Смири власти и воинства их, наведи страх твой на них, и через них сотвори благое от церкви твоей. Владимира, Дмитрия, Александра, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена, Амана, и сохрани их от покушения на них, и обрати их на путь покаяния, дабы издавали мудрые законы и не препятствовали служить тебе, ибо с начальствующих на суде Божьем будет строгое взыскание. Даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет, и научи нас ценить это мирное время. И приготовь землю к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю вселенную, как предсказывает нам Святая Библия, за отступление от Тебя. Аллилуйя! Слава Тебе, Господи, за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованные Тобою. И для сего пошли нам добрых помощников, наставников и советников. И сохрани нас здесь и селение наше от пожара, от воров, от нечистой силы и потопления. И живущих там Виктора, Андрея, Игоря, Серафимова, Алексея, Иосифа, Романа, Никита. И прищи добрые жители с детьми, сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, чада их, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Оливкину. И расширь пределы общин, найди новые души, всех побуди на благовестие. Спаси и помилуй Дмитрия, Марину, чада их, Валентину, Алексея, Валентину, Валентину, Надежду, Дмитрия, Олега, Алексея, Александра, Михаила, Нину, Анну, Юрия, Георгия, Людмилу, и всех, с кем мы познакомились, кому возвестили слово истины. И обрати на путь покаяния Александра и Германа, и гонимых Максима, Юлию, помилуй, спаси нас. Аллилуйя! Воззри на врагов наших, укроти их гнев, примири их с нами. Не дай им погибнуть в ожесточении, закрой лживые уста их, и в судный день не помяни их безумия. Благослови, Господи, благодетели наших, воздай им добром, наставь на путь истины. Елену, Евгения, Наталью, Максима, Владимира. Укрепи лежащих на одре болезни, даруй им здравие, силы перенести все безропотно. Сергея,
Алексей, Алексей, Александр, Александр Иванович. Калерию, Акелину, Игоря, Тамару, Марию, Валентину, Елену. Благодарю Тебя, Господи, за здоровье и за болезни, за друзей и за врагов, ибо все свое время будет на пользу явлено. Аллилуйя! Избави от пьянства Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря, путешествующих Раиса и Льва, Иоакима, Никиту, и отступников всех найди, обрати, Михаила, Николая, ты всех их знаешь. Даруй веру, найди, благослови мир, дабы верила в тебя, как Христа, истинного Бога и Спасителя. Аллилуйя! Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Найди все наше родство, Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. Это наше сокровище, сайт и форум распространи, сохрани. И трудящихся Игоря, Юрия, Дмитрия, Виктора, Василия, Сергея, благослови. Между нами да будет мир, любовь и согласие по Слову Твоему. И сей день да будет посвящен прославлению Твоих дел и Тебя, Христе Боже наш. Помоги нам в радости закончить пост и встретить Пасху Христову. Аллилуйя! Упокой, Господи, в обителях небесных усопших отец и братья наших, и же с верой, надеждой на воскресение жизнь вечную, отошедшую от жизни сей. Ибо нет человека, который, живя на земле, не согрешил бы. И простим всякое согрешение вольное и невольное. И душам нашим полезное сотвори. Аллилуйя! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог и Иегова, Авва Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его, аллилуйя. Слава Вышних Богу на земле, мир в человеках, благоволение, аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи Боже мой, за тот день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов, как на истину. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Пресвятая Госпожа Богородица, Пресна Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Аллилуйя! Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешном. Добрый мой ангел, благодарю тебя за сию ночь. Столько лет ты хранил душу мою, не покинев смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою по мытарствам, и веди ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Иоанн Креститель, предтеча Христова, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, и каждому дару и жилье жить безропотно, с благодарением Тебя. Аллилуйя! Святитель Христов Никола, Мерликийский чудотворец, образ кротости, воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Молите Бога о нас, святые пророки, пророк Илия, Елисей, Енох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, патриархи, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отрок, пророк Михей, Авраам, Исаак, Иаков. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода этого нашего отшествия не застал нас не готовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными илея добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, херувимы, серафимы и все небесные силы, престолу Божию предстоящие,
святые апостолы и Петр и Павел, евангелисты Матфей и Марк, Лука и Иоанн. Дарует Господь жажду исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы. Игнатий Богоносец, Поликарп Смирский, Иосиф Философ, Космай Дамиан, Андрей Стратилат, Иерон Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога о нас. Да укрепит Господь и сохранит от всякого зла, дабы никто не принял начертание зверя Антихриста. Анфиму, Вениамину, дай веру и устраши родителей за такое ложное воспитание. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоусов, Афанасий Великий, Премсирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Сергий, Радонский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Кирилл Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Филарет, и все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас. Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский. Да сохранит нас Господь в святой православной вере. А замыслы ретиков разрушь и в ничто преврати, и обрати их, и наставь на путь спасения. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёкла Первомученица, Фатина Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, и Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескилла, Акила, Андроник, Июня, Киприяна, Устина, молите Бога о нас, да дарует Господь послушание и молчание, целомудрие и стыдливость женам и девам, и сохрани их от всяческого поругания. Исправь непокоривость Галины, семейства Евгении, Надежды, 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 Светлана, Мария, Раиса, Лариса, Марина, Юлия, Елена, Галина, Иоанна. И прими нашу молитву, воздяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Господи. Соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Аминь. Аминь. Сегодня, Господи, Владыка живота моего не считается в субботу, а в воскресенье вечером уже будет считаться опять. Но считается только Великий пост. Сейчас я на время отключу вас, пока мы здесь установим. Будем насчитывать события дня. Много было известий, но кое-что взял, будет явлено. Если кому надо, подсоединитесь потом, а потом я сам подсоединю. Надежда Васильевна говорит, что в среду вечером стояние это будет, Марина. Ну не поймешь, в субботу вечером, это сказать, в среду, в четверг. Говорил в среду, говорит в четверг. Ну там узнаете в церкви, посмотрите. Везде говорил все время в среду, стали переправлять на четверг. Это у меня в университете доска грифельная, а там внизу, большая доска, а внизу побежок такой, там мел кладут. И вот люди приходят разные на занятия. А у меня стоят иконы по центру Христос. С одной стороны Божья Матерь, слева, а с другой святитель Христов Никола. Записка поступает. У вас неправильные иконы стоят. Надо переменить с одной стороны, чтобы Никола с той стороны стоял справа, а Богородица с этой. Я записку прочитал и говорю, а у меня уже опыт есть. Если человек за этим смотрит, выравнивает, я сделаю сейчас, но только кто написал, он больше ни разу не придет. А я вижу, кто это говорит, голову опустил.
Я переставил иконы сразу. Все, больше никогда не приходит. Дня два проходит, опять новый пишет. Икона у вас неправильная, а я делаю, как сказали. То есть просит вернуть на место. Я говорю, вот кто сделал, это, записку сделал, больше не придет. Вот какой-то есть такой вот все-таки сигнал. Кто в чем судит кого, в том и сам потонет. Или вот такой вот начинает что-то то ли подыскивать, то ли умничает. Высокоумие называется. Эти люди теряют все. Почему, не знаю. По сегодняшний день. Вот мы находимся в Русской Православной Зарубежной Церкви. И мы всегда признавали Московскую Патриархию благодатной. То есть дары, ну, неправильно крестят, это вопрос другой. Они не крестят, лоб там помочат или макушку головы. Остальные таинства все признаем. Нас за это сильно там преследовали буквально зарубежники. Зарубежной церкви, которая. Да как ее можно признавать КГБшной? Она там, какая там благодать? Ну, проще все такое-то. Теперь, когда о каноническом общении приняли, они первые все перешли в Московскую Патриархию, через нас перепрыгнули буквально. А мы как были, так и остались. И вот те, которые судили нас, что против Московской Патриархии, они самые первые туда и попали. Вот и не могу объяснить, чем. Вот человек в каком-то грехе подыскивается за кем-то, он обязательно на этот грех найдет и в него впадет. Надо быть очень осторожным. Сейчас я отрежу здесь это.